это, спиртика, 50 грамм спиртика, чтобы не замерзнуть. Спиртика 50 грамм. Надо, прежде чем идти купаться, надо 50 грамм принять на грудь, чтобы не замерзнуть. Чтобы было 40 градусов внутри, 40 градусов там. Сейчас, смотри. Вот, я надеюсь, вот эти трусы... О, какой большие трусы! Это, наверное, не мои, это, наверное, какой-то человек оставил. Неужели у меня такая... Неужели у меня такая задница? Это, наверное, не мои трусы. Так трусы одевать перед вами или без вас? Как там? Трусы, опа-на, 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 трусы проветрить. Надо трусы проветрить, а то залежались трусы. Мы знаете сколько? Мы, наверное, 3 дня не плавали, трусы стухли. На, понюхай, понюхай трусы, не стухли. На, нюхай, нюхай, нюхай трусы, не стухли. О, нет, я хожу к гинекологу, у меня духами пахнет. Мои трусы пахнут здоровьем. Я 2 раза в год посещаю гинеколога. О, понюхайте свои трусы. У вас рыбой пахнут, а у меня трусы пахнут. Вот у меня трусы пахнут французскими духами, потому что я 2 раза в год посещаю врача-гинеколога. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. На, нюхай, 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 нюхай трусы мои, нюхай.